обратном пути я... Смотри, есть! Андрей! Молодцы! Ох ты! Ебало, чё, больной?
Ой, блядь! Ёбнулись, что ли, а? Ой, Серёж, давай остановимся, что они там? Конечно. Серёж, ты сейчас, чё? Сейчас. Ой, блядь, давай, дураки, он блядь, как специально, как будто... Тимощук в эфире телеканала «Футбол». Алкаша выдал. Он хотя бы стихи знает. Какое-то веселье. Меня вообще бесит, когда люди лезут в мою личную жизнь, даже если это мои друзья. Там сейчас с одноклассницами. У них всех есть дети. И они, знаете, такие одержимые мамаши, потому что они весь вечер разговаривали. Есть, блядь! Молодцы! Часто пробок нет, поэтому быстрее да, ну, там светофор опять стоять там. Не, ну тут эти вижу быстрее их, да, получается. Нихуя себе. В британском парламенте с тронной речью. Послание открывает первую сессию главного законодательного органа. Блять! Все, пиздец. По итогам всеобщих выборов 17. Что можно было? Ёб твою мать, Вадик! Один и туда улетел, живой он или нет? Твою мать! Ебать, блядь, вовремя я хуею.